Понеслась, родная. Ребят, мы пропустили кат-сцену, потому что мы ее уже миллиард раз видели. Это да, вот, это да. Так, давай сразу выбираем те же костюмы, так, которые у нас были в прошлый раз. Это получается вот это. И так, сразу маску. Так, маски, какие уши, мы там остановились на каком-то варианте. По-моему, вот мы остановились вот на вот этом варианте, да. Так, я надену маску LSPD. И одену, пожалуй, так, одежда, смотри, охрана. Ты какой костюм взял себе? Черный? Он у меня расстегнутый. А, ну я, короче, возьму коричневый, все, готово. А, машину я хочу другую, кстати, взять, чтобы мы быстрее доехали. Так, доминатор, так, читаха, BMX, 2, BMX, какие-то, вот. Я возьму BMX. Вот, Волтик, все, готов к игре. Все, я запустил, короче, все, ограбление, понеслось. Так, мы выходим, с сумочками, смотри, какими мы с сумочками выходим. А, кстати, у меня, по-моему, какой-то Bluetooth был, или нет, или мне показалось. Да, и у тебя тоже, вон. Блин, у меня рожа, как будто бы я изменившийся. Да, Макс, давай ты сядешь ко мне в машину, мне кажется, мы быстрее все-таки доедем на моем виде транспорта, нежели чем на твоем. А давай, Паша, садись. Ну-ка, слышишь, давай, сейчас я хочу к тебе сесть. Давай, все, я сел. Блин, хорошая у тебя машина, слышь, мне нравится. Но она, кстати, так, довольно быстрая и резвая. Вот сразу говорю. И она это... Да. Подила. Так. Как всегда, короче, пропускаем реплики Лестера, потому что ты даже не успеваешь вдаться в смысл в этих реплик, как они уже заканчиваются. Да. Блин, конечно, машина немного заносчивая. Ой. Извини. А ты чё? Окно сломалось. Ты чё, вообще? А вот кто мне будет новое стекло ставить? Равномерность. Ты чё, вот... Ой. Стоп, подожди, дай я тебя от первого лица посмотрю. Паша, посмотри на меня. Обезьяна. Ты посмотри на меня. Ой, по-моему, что-то. Может, там врезались. А как мы развернулись-то вообще? Я не знаю, мы по-моему. Не будем, короче. Ехать от первого лица, потому что это всегда приводит к авариям. Так. Тихо. Да. Все столбы надо было собрать. Я ни одного столба не собрал, Паша, ты чё? Ну, один был. Тихо. Так, ребят, сейчас у нас будет очень жесткий взлом, короче. Так, со стороны кофе-лайта, а я тем временем буду ехать. Садитесь, Курумо. Так, ты водитель, я взломщик, все, отправляемся в банк. Знаешь, почему это одно из самых крутых заданий, кстати? Потому что, ну, во-первых, ты сейчас будешь бурением заниматься, я буду ехать на этой элитной тачке, и самое главное, мы... У нас будет доступ к этой элитной тачке. А, это да. Блин, Паша, мне кстати, сказали что-то взломать. Так. Я уже, короче, начинаю взламывать схемы всякие здесь, банка. Так. Скорее всего, это то же самое, чем я занимался. Кстати, да. В первой серии ты, наверное, этим... Не, во второй. В первой. А. Во второй мы Куруму отбираем. А, точно. Да, в первой. Вспомнил, да. Так, я почти взломал первую схему. Главное, сейчас... Не напортачить здесь. Все, да, я взломал первую схему. Здесь их, по-моему, 3 будет или 4, я точно не помню. Так, продолжаем. Ну да, в принципе, как обычно. Ребят, кофе сейчас взламывает систему безопасности банка таким вот незамысловатым образом. А я еду до банка. Ты, кстати, посмотри от первого лица, как это смотрится, как я взламываю все это. Да, кстати, надо посмотреть. Ай, не попал в дырочку, ладно, так. Тут просто такой узкий проем. Так, ладно. Сейчас вторая попытка номер 2 нам. Я вижу, кстати, что у тебя происходит. Да ладно. Я вижу, что у тебя. Ну как, не все вижу, как бы я. Ну типа вижу, я там пальцами например, двигаю, да, там всякое такое. Нет, пальцами ты не видишь. Ясно. Силой мысли, знаешь. Ну у тебя картинка просто. Да как? Блин, Паш, ты, кстати, там не особо-то не топи, потому что ты знаешь же, да, как я взламываю. Да, слишком элитное действие. Да. Так. Дзен там свой нужно для этого настроить. Вот так вот. И вот так вот. Еще вот так вот. Понятно. Да господи, я не могу взломать. Я уже запоролся на второй схеме, хотя это не очень так и трудно. Так. А, вот так. Вот так вот. И вот так вот. Так. Да ну как? Я не могу залететь. Ну ты пробуй, надо там еще ехать, в принципе, прилично. Сколько метров, Паша? Да,
Я не знаю, кстати, не... А, вот, 800 метров. А, ну, блин, это не так уж и прилично. Я взломал всего лишь вторую схему, а на их здесь надо сломать всего лишь, по-моему, 3 или 4. И третья, по-моему, будет здесь вообще жесткая. Так. Офигеть, как. Я надеюсь, что ты уже закончил. Я... Нет, Маша, я еще не закончил. Это не я спросил. А, ясно. Все, я встану вот здесь, вот как будто бы так и должно быть. Все. Так. Все, финишная прямая. Отлично, взломал вторую схему. Это было довольно-таки долго и потно, но я это взломал. А вот теперь здесь вообще жестко. Так. Так. Здесь вообще очень трудно, Паша, ты бы видел, какие здесь схемы. Какие здесь пти. Ну я, кстати, потом у тебя посмотрю. Давай. А, ты у меня даже не сидишь в телефоне. А, нет, у тебя телефон в руках просто. Ты, видимо, реально силой мысли там, что что-то взламываешь. Телекинез, так. Давай, я жду. Ну, в смысле, еще я смотрю на тебя. Вообще, самую трудную схему с первого раза прошел, офигеть. Боже. Все, Паша, я, по-моему, все взломал. Да. Все, я взломал. О, лицо Лестера, бегает у меня только что по экрану. Серьезно? А! И оно сейчас смеется так. Так. Так вот, наверное. Подожди, мне нужно еще телефон открыть сейчас будет. А, нет, ты, да, едь, все нормально. Все, давай, подъезжаем. Ты что так медленно? Давай, спрям, чтоб врезались еще во что-нибудь, давай. Ясно. Понятно. Так. Так, для начала маску. Подожди, мне нужно открыть, активировать. Все, я активировал. Так, разблокирование. Я открыл, что-то. Банк открыл. Все, я открыл. Так, одевай маску. Все. Я надел. Маску одели, выходим, Паша. Понеслась. Заходим и грабим. Это ограбление. Так. Я побежал, короче, сразу взламывать. Так. Так. Ой-ой-ой, что там за крики, Паша? Это я тут это жищу. Боже, какой я меткий парень, 10 из 10. Блин, да что ж такое-то? Я не знаю, как сверлить здесь. Подожди, используйте для сверления. При слишком интенсивном сверлении бур начнется перегревать. При слишком интенсивном, тебе значит сильно. Я это знаю, так. Ну давай, уже. Так. У меня вроде. Ай, так. Блин, да. Господи. Блин. Так, пусть оно остынет. Ну давай, ну я не знаю, Паша, как здесь надо сверлить. Я правда не знаю, как это сделать. Да нормально. Так. Блин, да что ж такое-то? Не получается. Да, ай. Я не знаю, Паша, я паникую, потому что я не знаю. Так, во! Все? Нет. Но я сделал дуры побольше. Ага, давай. Делай. Так, все, пусть она остынет моя это. Так, все, сейчас бур остынет немного, и я продолжу. Я почти, Паша, почти. Ну давай. Я не знаю, как у меня получилось вообще первый раз, так. Блин, он у меня жестко нагревается. А что ты делаешь, Паша? Что ты делаешь? Скажи. Я, короче, целюсь в заложников, чтобы они. Это самое, ну не морсили там всякое. Понял тебя. Так, ну ты там держись. Так. Ну это ж не так трудно взломать-то эту сеть. Да нормально. Так, вот это. Нормально. Получится все. Ну-ка. А, господи, я не знаю, Паша, что с моими руками не так, что смотрели, ну. Так, пусть она еще немножко остынет. Вот. Нет, да все равно не получается. О! Нет, да. Я не знаю, делаю я эту дырку больше или нет, но, по-моему, здесь осталось совершенно чуть-чуть. Ну-ка, сейчас. Сейчас мы это увидим. Тихо, запугивание! Фух, Паша, ты меня так не пугай, Паша. Блин, у меня не получается, у меня реально... Так, используйся для сверления. Ну-ка, подожди, так. Во! Так. О, далеко пошли, далеко, о! Ой, как далеко. Бур перегрелся, отпустить, блин.
Я не знаю, как я в первый раз просто... Я очень далеко зашел, но тут еще много надо... Так, вот, вот, потихоньку. Здесь нужно просто потихоньку прибавлять газа. Так, 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 так. Так. О, так, прорвал первую петлю. Ой, у меня жестко нагрелось, так. Да не, най, ну давай, еще чуть-чуть осталось. Осталось две петли. Так, сейчас пусть она остынет. Сейчас, сейчас, Паша, все сейчас будет. Так, давай, я давай. Вижу число 69, ячейку 169. Хожу потом уже, знаешь, это уже корочкой какой-то понеслось, так, все, тихо, здесь пусть остынет. Здесь пусть остынет, так. Сейчас она остынет, и я продолжу. Нет. Вот, ну... Опять перегрелся, да что ж такое-то, да что это такое? Ну, это как-то непрофессионально, Паша. Ну, он профессионалец. Ну, это реально, это, прикинь, реально вот так бы проходили наши ограбления бы, а? Реально жизнь. Паша, чё, у меня не получается никаких имен, знаешь. Кстати, да. Так, ладно, потихоньку прорываемся. Блин, пусть остынет бурню. Я не знаю, у меня как-то получилось два раза, что прям вообще надолго задержать, а вот это... Так... Все равно нагревается, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Я уже их сейчас перестреляю к фигам. Да, не, не надо, не надо, не надо, не надо, жди. Кстати, странно, почему менты до сих пор не приехали? А, они же еще не нажали на кнопку, точно, точно, да-да-да-да. Так, ну ждем, ну давай, ну остывай, остывай, родненький ты мой. Я не знаю, что я делаю не так, но... Это я не знаю, что это. Так, вот. Держим так, держим. Потихоньку, помаленьку. Помаленьку. Помаленечку. Эх, да, Паша, я понимаю, тебе там скучно, но мне, понимаешь, тоже уже это надоело сверлить одно и то же, блин. Еще, я еще даже не разобрался, как это надо все правильно сверлить. Подожди, ну господи, ну го! I do not like this. Опять она у меня нагрелась. Почему она так быстро нагревается? Блин. Я... Подожди, блин, так. Это просто... Это реально бред. Я не знаю, ну что ж такое-то? Да нормально, пробуй, пробуй. Вот так, ну здесь, она, я не знаю, как эта петля еще держится, но... Так, ладно, пусть она вот сейчас, по идее, должно вот сразу сломаться вот эта петля, как только я поднесу свое сверло туда, в эту дыру. Так. Я без перчаток пришел на дорогу. Как так, Паша, а улики, ты что, как же так? А я, кстати, походу, а нет, а, кстати, да, блин, я тоже без перчаток. Что-то как-то я ж говорю, а тут вообще непрофессионально. Блин, это просто бред. Пришли, никто ничего не умеет делать, там стоим уже. Уже реально стоим, сколько мы здесь стоим? Мы уже стоим, наверное, здесь минут 5, как я вот, я реально минут 5 назад только начал сверлить. Это... Ну давай, ну давай. Ай. Все равно не получается. Вот, как бы петля, я не знаю, как она еще держится. Ну, ее просто уже нет, но она все равно, понимаешь, как-то держится. Так, ладно, сейчас попробуем. Потихоньку, потихоньку. Вот! Вот! Я сломал! Да! Сломал? О боже, наконец-то! Слава черному Иисусу, я не знаю. Слава яйцам. Так, посмотрите. Еще одну просвет. А, нет, все. Все, Паша, бежим! Садитесь, Курума, сваливаем. Дверь не открывается! Я застрял! Паша, жди! Давай, давай! Бегу, 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 бегу! Быстрее! Ой-ой-ой, там много ментов, да? Там очень много ментов. Да. Все, валим, давай. Валим! Давай в другую сторону, походу. А ты стоп, не-не, нам нужно избавиться. Едь в гору, в гору, в гору, в гору, в гору, едь, в гору едь. Давайте, мне для этого это устроить, чтобы вас пометили. Так, подожди, так, я возьму клумбой пистолет, чтобы тоже отстрелиться, чтобы принимать участие в обстреле, так. Ауи. А я не могу стрелять, потому что Курума это бронированная, подожди. А, во-во, могу. Так. Вот, отлично, супер. Подожди. Нормально, нормально, все.
План атаки. А где Эдитоу, он профессионал, знаешь. Эдитоу это из этого, из одиночной игры, короче, чувак, с, ну типа с ним работать. А, да? Подожди, да, Паша, да. Но все равно нужно избавиться от медов. Или нет, стоп, или нет. Избавимся. А, ну все равно, но километр ехать, в принципе, немного. Вон я уже вижу эту точку на карте. Но все равно, Паша, согласись, мы как-то очень долго взламывали. Ну, я, точнее. Ну да. Супер, ты водишь, конечно. Я все правильно сделал, отвлекающий маневр 10-10. Где мы? Стопов, не беспокойтесь, просто доберитесь до моста. А, ну окей, без проблем, я поехал. А, насчет копов не беспокоиться. А, супер. Да. Просто класс. Ну, их, кстати, очень много. Прям это ваш водила, он Лосер сказал, что вы не подходите, да, понятно. Ты вижу? Вижу! Охренеть! Это ж каргопоп! Это ж каргопоп! Так, слушайте машину, ты думал, давай, Паша. Супер просто! Вау! Вот это действительно. Вот это просто 10 из 10 на самом-то деле. Вау, просто шикарно. Все, получается, мы прошли или подожди? Мне кажется, что да. И скорее всего сейчас будет какая-нибудь кат-сцена или типа того. Да, кат-сцена пошла. Так, да, молчим. Ах да, каникулы. Папочка пошел в бар. Если это как-то обратиться, порекомендую тебя надежно вырубать. О, отлично, все. Да. Так. Для первого раза неплохо, но только не надо цепляться, как репей. О, ограбление. Ограбление. Наше первое золото, платье дали платину, им дали золото, потому что это я, наверное, дохера. Кусков дали, чистый доход. Ни хрена себе, Паша, мы теперь... Ну, мне дали 57 тысяч. Завершено меньше, чем... Завершено меньше... 14 минут, боже. 5 минут, подтверждение транспорта 6 или меньше. Элитные испытания. Без смертей, оу, oh, е. Yeah. Супер. Ну, хотя бы что-то тогда мы выполнили. Элитное испытание не выполнено. Что? Бонус за первый раз. Общий денежный доход 157 тысяч. Ну, неплохо, неплохо. Это просто супер. Мне кажется, что для начальных уровней, знаешь, вот, ну, с 12 уровня, кто это сам... А, это ну, типа, шикарно, да. Это огромный, как бы, такой, знаешь, толчок. Очень хороший. Да. О, ну, о, Паша, выпьем-ка мы за победу. Ограбление Флика завершено. Или Флиса, подожди. Флиса, песня играет. А у меня пока вообще ничего не играет. У меня ожидания игроков просто и все. А мне пока... Мне сейчас, короче, смотри, что было. У меня такая картина была, мы с тобой в баре бухаем. Да. Да, так я и говорю, выпьем вот за это. А, понятно, выпьем. Ничего, реально песня такая играет, мы там с тобой чокнулись, так знаешь, типа, все круто, все зашибись, мы сделали это. Так, а сейчас у меня белый экран. У меня сейчас черный экран, у тебя белый, у меня черный. Да-да-да, черно-белый экран. Белый экран смерти, нет, вот нет. Сейчас мы выходим из бара, и я в маске этого пакета. Ну, типа, знаешь, я не очень красивый. Да-да-да, клони, слышал, ясно. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось первое наше ограбление, которое мы прошли с Пашей. Следующее ограбление будет вчетвером, да, Паша? Да, будет вчетвером, а с кем именно вы узнаете в следующей серии. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, подписываемся на каналы, ставим лайки, комментируем. Скажите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам наше прохождение. Если да, то, пожалуйста, отпишите. Всем спасибо за просмотр еще раз, всем пока-пока. Пока.